Всем привет! Всем привет! В одном из предыдущих роликов я делал для себя компьютерный стол с металлическим подстольем. Было несколько комментариев, что стол будет хлипкий и будет шататься. И в какой-то степени так и есть. Так что сегодня будем переделывать мой компьютерный стол. И первым делом попробую его частично разобрать. Главное вспомнить, как я его собирал. Так, одна планка особо не открутилась. Попробуем отбить первые. Первая легко. Варвар! Теперь осталось открутить саморезы, которые были под этими рейками. Самое первое, я хочу немножко уменьшить высоту этой полочки, или как его назвать, ящичка, ровно на 1,5 сантиметра. Так, теперь я хочу сделать менее острый угол на этой полке, чтобы этот угол переходил в ножку. Для этого я отмерил на своем основном столе 75 сантиметров. От этой точки я провожу линию до нашего верхнего правого угла. И получаем линию. Под этим углом надо отрезать всю полочку. Воспользуемся кастомным угломером, выставим его по нашей линии, выставили, теперь выставим его на пиле. Вылета диска, конечно, не хватит пропилить полностью, но большую часть мы пропилим. Раз-раз, прием. Я, в общем, не стал показывать все. Я сейчас просто восстанавливаю столешницу и приделываю новые рейки по краям, чтобы утолщить нашу столешницу. Большую часть старых реек я вырвал с мясом, так что пришлось пройтись по периметру фрезером на глубину приблизительно 2 мм. Все возможные дефекты, сучки и сколы я замазал шпаклевкой по дереву и зашлифовал зерном вплоть до 180-го. И уже после шлифовки я прикрутил полку на евровинты. Ну и теперь наконец переходим к подстолью, а точнее к его ножкам. И начинаю с двух задних ножек. Они будут иметь форму прямоугольной трапеции. Сначала нарезаю их по черновому размеру на циркулярке, а после довожу на рейсмусе и фуганке. Крепить ножки буду к стенкам полки на врезные гайки и золотые цыганские болты. Площадь прилегания достаточно большая, так что проножку между ними я делать не буду. Форма передних ножек также в виде прямоугольной трапеции, а их высота равна 75 сантиметрам.
Итак, на фуганке мы сделали одинаковый наклон у обеих передних ножек. И теперь я хочу усилить их основание. И для усиления буду использовать вот такие буковые кусочки. Они остались от минажниц. Соответственно, я их приведу сейчас к одному размеру и буду приклеивать у основания вот таким образом, наверное. Вобби купил вот такую краску, она бесплатно колируется, и я выбрал вот такой цвет. Ее уже несколько раз использовал, и она достаточно быстро сохнет, но она сильно густая для краскопульта, так что разбавляем ее 10% воды. Ножки зашкурил 180-й наждачкой и покрыл остатками масла с воском. Если стол получился неоднозначным, то напишите об этом в комментариях. У меня еще масса идей, как его переделать. Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока!